Борис Будовский 5,5 лет. Я люблю бегать, изобретать и играть с друзьями, особенно прыгать и особенно что-нибудь такое веселенькое делать. Но я мечтаю все-таки изобрести такие часы, на которые ты нажимаешь и становишься невидимкой. Ну, все-таки думаю, получится. Я тренируюсь изобретать на магнитном конструкторе. Пип! Я исчез. Пип! А теперь я появился. Но я не люблю, когда меня обижают. Вот кто-нибудь обижает кого-нибудь, со стороны кажется, что это весело, а когда на себе пробуешь, то это очень как-то тяжело и обидно. Но все-таки никогда никого не обижайте. Пожалуйста. Все-таки занимаюсь английским языком, итальянским языком, карате и оригами. Все-таки я буду ученым.